Хотелось бы несколько слов сказать о тех мероприятиях, которые прошли у нас на новогодних праздниках. Наверное, все знают, что информацию сейчас большинство людей черпает из интернета. И мы решили воспользоваться этим, разместили объявление у себя на странице в Инстаграме, которая пользуется большой популярностью у нас в ауле. Объявление такого плана о том, что любой желающий может поучаствовать в акции по приобретению подарков новогодних детям, малообеспеченным семьям, детям-инвалидам. И для нас стало большой неожиданностью, что очень много жителей, выходцев с нашего аула решили принять в этом участие. Были люди и из Москвы, из Питера, из Центральной России. Было собрано порядка 50 тысяч. На эту сумму были приобретены 60 комплектов подарков. Была создана комиссия по распределению этих средств. В комиссии участвовал директор школы, заведующая детским садиком, старейшины наши, молодежь. Хочется отметить, что это мероприятие прошло у нас очень организованно. Надеюсь, всем жителям это понравилось, оценили они. Каждый, кто участвовал, у нас также были публикации, все видели, все было очень открыто. Было организовано вручение подарков с участием Деда Мороза, Снегурочки. Это было все у нас очень красочно, на карете. Все было очень так красиво. Детям очень понравилось. Было очень много таких позитивных эмоций. И это все благодаря нашим жителям, которые отличаются такой сплоченностью. Хочется от себя лично, от всех этих детей поблагодарить всех, кто участвовал в этой акции. Надеюсь, это не последняя наша акция.